Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас всех на моем канале. Сегодня у нас бумажная распаковка, естественно, я к вам с новинкой, с новым фоном и с новинкой. Новинка называется брендовые сумки. Выглядит она вот так вот. Внутри здесь лежат разнообразные сумки, вы должны угадать, какому бренду они принадлежат. Такие вот пакетики, вот этот мне очень нравится. И здесь еще есть вот такая книжечка, которая вот так открывается. Арбузики здесь, мороженка. В общем, такая коллекция. Здесь 9 пакетиков. Кого я замечу первым в комментариях, я обязательно передам привет видео, кто угадает бренд той или иной сумки. Я старалась лого не рисовать, поэтому будет не так уж и просто. И давайте начнем выбирать коллекции. Их, кстати, не очень много, поэтому начнем с этой коллекции. Так, в комментариях меня очень просили взять вот эту девочку с такой прической. Ноготочки на лето. Уже лето заканчивается. А, давайте возьмем вот этот пакетик. Потерянные посылки. Осталось всего 2 посылочки. Давайте возьмем желтую. Доска для серфа. Осталось всего 3. Давайте возьмем эту. Наша новиночка. Что возьмем? Давайте что-то из книжечки. То, что я люблю. Давайте пакетик Dolce Milk. И вот столько пакетиков у нас всего на распаковке. Ну а каталог у нас, как всегда, этот. Начнем, пожалуй, с коллекции потерянной посылки. В таком ракурсе мне прям неудобно снимать на самом деле. И фон у меня туда-сюда катается. Надо его скотчем прилепить. И нам попался набор гель-лаков от Cindy под номером 8. Вот сюда. Еле помещается, кстати. И осталась всего 1 наклейка, и мы, к сожалению, закончим эту коллекцию. Я вот сейчас листаю, так много коллекций мы закончили. Коллекция «Доска для серфа». И нам попалось вот такое украшение. Это такие чупа-чупсики. Приклеим их сюда. Осталось только одно местечко, но у нас, по-моему, 2 дощечки. Ноготочки на лето. Смотрите, у нас пакетики все такие розовенькие. Наконец-то нам попалась ручка. И как в тему, как будто это ее ручка. Прям тем же самым маркером нарисована. И здесь такой обалденный френч под номером 2. Значит, клеим сюда. Большие ноготочки в этот раз нам не попались. Реально, как будто ее ручка. Давайте уже наконец-то откроем ее. Вау, сколько всего. А, я помню эту куколку. Я так долго пыталась сделать ей колготки в сеточку. Это было нечто. В общем, такой прикид. В конце у меня не получилось. Я сделала просто обувь. И нам попался ее телефончик. Его тоже можно как-то приклеить. Вот так.
Готово. Эта куколка у нас тоже готова, но мне больше нравится по стилю вот это. Здесь я должна была сделать колготки в сеточку, но они у меня не получились, поэтому она без колготок. Коллекция, то, что я люблю. Посмотрим, что же нам. Ура! Нам попалось что-то с первой странички, номер один. Что я люблю? Я обожаю Макдональдс. Но вы, наверное, знаете, кто подписан на мой основной канал, о моих пристрастиях. И, наконец-то, покажу вам новиночку. Новиночка получилась безумно нежной. Вот такая вот вторая страничка. Посмотрим. Под номером 7 наклейка. Это вот такая вот сумка. Я раньше ее рисовала, но я рисовала здесь с лого. Вы должны угадать, от какого бренда эта сумка. Клеим мы ее прямо сюда. На этом все, мои хорошие. Я жду ваши комментарии. Чей комментарий я увижу первым, то передам приветы видео. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. Всем пока!